And for somebody like me who's been involved in the game for so many years, it brings back that love of the game to us as well. Ну, она говорит, что уже даже подходя к клубу, уже на парковке, она ощутила такой прилив адреналина небольшой и волнение приятное, связанное с тем, что ее ожидает, она понимает, что ее ожидает здесь столько людей, и столько людей задействовано в игре, которую она любит, и это ощущение очень приятное. You stay still, and most of them know that, and that's the two things. And then in China we have our own issues with the people with the cameras constantly flashing. Mm-hmm. So those are the three, to be fair, the three things that really they need to be careful with. Ну, она говорит, что в Британии более-менее образованные зрители уже, потому что, ну, как бы нельзя приносить там какие-то хрустящие пакеты, там сладкое, то, что вызывает звук. Также нельзя, категорически запрещено, если ты попал на одной линии находишься с бьющим игроком, нельзя шевелиться ни в коем случае, иначе это его собьет и промахнется. Также был в Китае очень много зрителей, к сожалению, используют вспышку, они еще до конца не уяснили эти правила и пользуются вспышкой, что отвлекает игроков, и им приходится постоянно их утихомиривать. What I would say, adding on from that, though, that's all from experience. Whereas we're now in lots of countries, for instance, here, where it's quite new, and the only way they learn is to be educated. So it's not that you know, well, we're not being down on them. It is just a matter of learning, and that comes with time. Она говорит, что ни в коем случае нельзя давить на зрителей. Можно добиться примерного поведения зрителей, только обучая их. Нельзя на них давить, нельзя на них кричать. И, ну, это занимает просто длительный период времени. И таким образом зрители учатся. То есть вы их учите. Судьи дают рекомендации зрителям постоянно и направляют их, как правильно себя вести, как корректно себя вести. Yes, I've loved everything. The hospitality that I've received and the welcome has been fantastic. Мне очень все нравится. Мне все понравилось. Я влюбилась в Украину. И как вы принимаете, это тоже очень, очень классно.